Ну, всем привет, ребята, с вами Альберт, это новый выпуск по 1000 сундуков, и это шестая серия. Сегодня мы апнем Бока на 15 ранг, и нам дадут 200 старпоинтов, и у нас будет 1500, и купим мы в этом выпуске мега-ящик. Так, вот сразу показываю шанс на Легу, если что. Я рассчитываю, чтобы выпал какой-то бравлер хотя бы. Ну, хотя бы редкий бравлер, чтоб выпал. Добивать Пока я буду в ШД. Мне пришлось апнуть Була с 10 до 15 и Пока с 10 до 15. Я вчера начал. Вчера дапнул БКа, сегодня Пока. БКа, если что, Була. Просто я так Була. Так, нам, по-моему, надо топ-4 занять. Так, у меня отсылочка есть. Роза, уйди отсюда. О, думала, что меня подловит. Не, я не вожусь на такие ловушки. Так, все. Лисенька. Так, надо, чтобы меня не убили. Да, топ-4. Так, сейчас топ-4 скоро будет. Так, до свидания. Короче, я играл с 3 на 3, думал там, в захвате кристаллов. Но там пипец, какие чуваки играют. Там вообще они играют практически не умеют. Они, наверное, только Brawl Stars скачали, но почему-то они мне попадаются. Все, мы, по-моему, уже все апнули. Ну все, отлично, сейчас мы купим мегабокс. Да, видосик будет, ну, очень короткий. Так. Ничего страшного, главное, что мы сможем открыть мегабокс. Так, 15 ранг. Отличненько. Да, кстати, уже совсем скоро будет выпуск про 2000 штуков, но, наверное... Я думаю, то, что через 5 дней 100% будет. Давайте открываем мега ящик. Еще раз показываю шанс на Легу. Погнали. И. Пять предметов. Облом. Облом. Хотя, может быть, и выпадет бравлер. Блин, вот мне не повезло. Вообще бравлера нету. Пустой мегаящик. Ну хотя бы деньги. Да даже бонуса не дали. Жадины говядины. Жадины говядины. Так, давайте сразу же. Джесси надо обязательно апнуть. Потому что мне она очень нужна. Кольта мы апнем. А, ну всем нам... На всех хватит. Так, Шелли. Все, отличненько. Мы всех апнули. К сожалению, с мегаящика ничего не выпало. Эх, жалко. Всем спасибо за внимание. Стоп. Сейчас я еще пока что расскажу, да? Так, и это будет двойная тема видео. Двойная тема будет видео. С первой темой мы уже закончили. Но я приступаю ко второй теме.